Всем привет, добро пожаловать на канал Стеблер. Мы с вами продолжаем проходить Quantum Break. Мы с вами сейчас придем на прием, наведем шороху, шуму. Это кот куда-то полез опять. Если вообще было слышно. А, я думал, это медальки, это пропуска. Б должно быть где-то здесь. Нужно найти ее, пока зависание не кончилось. Возможно. Сарин сейчас закончил речь, это больше не могу. Он невыносим, клянусь мне его. Пристукнуть хочется. Эмоциональное СМС-сообщение. Да кто такой, интересно? Интересно. Речь мистера Сайрина имела успех. Мир летел ко всем чертям, но многоуважаемые гости наслаждались банкетом. А, ну сколько пудов должно быть частиц там, где он будет? Хорошо. Другой акт уже, что ли? Вот какая-то. Так, так. Да я могу музыку поменять? Эх, не могу верхнюю середичку поставить, вот бы они офигели. Так, этот хумус не подражаем, а ты? Да, конечно, конечно, да. А ты сам можешь размораживать, наверное, нет? Может. Что за? Тихо, 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 Бэт, тихо! Все нормально. Это я. Боже. Головка часов заря. Ты только погляди. Надеюсь, тебе пойдет. Никто здесь понятия не имеет, какой шорох я навел в хозяйстве Пола. Да, но в монархии знают. Боюсь, меня скоро раскроют. Кто? Да, что ж, на следующем этапе это уже не важно. Итак, доктор Эмерилл где-то в особняке. Пойдем за ней. Если хорошо, повезет, хорошо, заберем ее хорошо, до того, хорошо, как нас да, кто-нибудь заметит. Как кто-нибудь заметит, бла-бла-бла. Хорошо, понял. Шпажка от коктейля Фионы. Напои Чарли, чтобы он провел тебя в лабораторию. А, так они тут сидели. Сколько шампанского. Подожди, а ты бутеры взяла? Нужно добраться до кабинета доктора Эмерилл. Зависание да, может да, закончиться да, в любую да, секунду. Да. Что будем делать, когда ее ладно. Найдем? Тут рядом на пристани стоит яхта. Как-то ты странно стоишь. Понял, годится. Красиво. Ты сто пудов тоже восхищаешься. А где Пол? Больше всего интересует, где Пол. Вот черт! Что? Беспилотник. Не в том месте и не в то время. Буквально. Это нормально. Джек, там доктор Эмерилл. Нужно забрать ее, пока зависание не кончилось. Хорошо. Мешкать нельзя. Идем за доктором Эмерилл. Ты мешкаешь. Могла бы давно бы уже дверь открыть. Ну, давай насчет три. Вы открываете дверь, зависание заканчивается. Что, с ноги обязательно было? Можно же с руки. Джек, давай тащи ее, пока время стоит, не то беспилотник изрешетит. Давайте, зачем? Ее хотят уже все понять. Что? О, нет! Какой ужас! Это не сон! Нет. Ты, да это не я. А, нет, это я. Нет. Но вы пойдете с нами. Нужен ваш опыт. Нет. Алина, да. Прошу. Урбия. Схлопывается! Пошли, пошли, живее! Где чертова яхта? Прямо тут.
Так, пошли! Сажай ее, я их отвлеку! Ну же, пошли, доктор! Пошли, ну, скорее! Вам это с рук не сойдет! Ваня, конюш не сойдет! Серьез! Это Джой! Он как-то нас обошел! Не дайте ему идти! Позовите мистера Сайрина! А чего? Джек, они закрывают ворота! Открой их, или нам крышка! А я их как открою-то, алло? Сейчас открою! А вы сразу сваливайте, ясно? Не тем стрелять. Воу-воу-воу-воу-воу. А ну, успокойся там. Я не доходлю. Эй! Я ж в Speed Force вошел. Джек, они закрывают ворота. Открой их, или нам крышка. Сейчас открою. А вы сразу сваливайте, ясно? Так, опять я им стрелял. Раз, два, три. Побежал, побежал, побежал. Зайдите за спины! Да что происходит? Почему ты... А, я же так могу. Пошли, пошли, пошли! Нет, ура! А ну, стой. Так ты... Закончено. Цель. Все, понял. Пойдем по-тихому. Джек, они закрывают ворота. Открой их, или нам крышка. Сейчас открою. А вы сразу сваливайте, ясно? Попробуйте сбоку. В укрытие. Так, он на перезарядке, да? Найдите его! Да, хорошо. Я в этого не могу попасть. А где я? Кто? Иди проверь. Ну, теперь-то я его вижу, но... Попробуйте сбоку! А, сукин ты сын! Тут слишком плотный огонь, нас потопит. Я понял. Да я понял, понял, сейчас. Сейчас займусь. Че, где он? Понял. Да ты откуда взялся ты там? Пошли! Атакуем цель! Поберегись! Да все уже, не надо. Тихо. Берегись. Так, надо минус. Да ё-моё. Капец. У вас тут сколько? Серьезно? Где этот? Ты что, не можешь прыгнуть? Серьезно?
Ну, подпиши. Кто-то забрал. Да, надо. Да, ё-моё. А как же все, ты? Уходите. Я давайте. Могу вернуться и... Нет, уходи. Сейчас главное увести Эмерал живой. Бет, я на тебя рассчитываю. За меня не бойся. Я выберусь сам. Ух, ё, а чё, обратно теперь идти? Прорваться сквозь армию монарха, украсть машину, добраться до материка по мосту и рвануть обратно к бассейну. Почему? Почему вот отсюда нельзя было убежать к ней? Посмотрим, как пойдет. А, все, да? Ой. 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 Цель потеряна! Это ж хорошо. Ты меня достал. Хватит там светить. Почему у меня такого нету? А я могу подобрать как-то спинку? Пойди, пожалуйста, уже, а. Упади! Он бессмертный, что ли, или что? Да кто бы сомневался? Сколько в него надо его запустить-то? Джек, они закрывают ворота. Открой их, или нам крышка. Прямо отсюда начинать? Сейчас открою. А вы сразу сваливайте, ясно? Да ты, ё-моё, издеваешься, ты прижмись к стенке. Так, тебя сейчас я смогу. А где? А, вон её. Ты... А, ты ещё не упал опять. Да что ж такое-то? Всё, упал. Спасибо. Берегись. Слишком плотный огонь. Нас потопят нахрен. Джек, для тебя вся надежда. Я понял. Сейчас займусь. Почему? Ты, кемпер, ты должен был упасть уже. Попробую вернись. Да я и не пытался. Враг! А ты почему? Это закончилось не вовремя. Еще как-нибудь. Еще одно. Я знаю, что надо сделать. Ай, какой неудобно расположились-то. Как? Чё уж ты начал-то? Видите его! Ты ещё живой? Так, это всё легко. Так, это мы заберём. Это мы возьмём. Подожди, а, красиво, красиво сейчас туда зайдём. Типа мы его не знаем, там кто-то есть. Не работает. Почему еще shift не работает? Такие, все, давай, побежали. Ты просто. Почему ты? Ну давай, конечно, убей меня еще, давай. Почему это не сработало? Ладно. Нужно открыть ворота.
О, кстати, почему? Я все равно не понимаю, почему он не побежал через этот... А как же... Все, уходите, я давайте. Я могу перепрыгнуть. Нет, вон туда. Уходи. Сейчас главное увести Эмерал живой. Бет, я на тебя рассчитываю. За меня не бойся. Чего? Я выберусь сам. План был прост. Прорваться сквозь армию монарха, украсть машину, добраться до материка по мосту и рвануть обратно к бассейну. Не забудь, ты нам все еще нужно целых навести. Посмотрим, как пойдет. Опа мне. Почему я в него не попадаю? Ну ты уже тут давай. Не. Не. Штаб, какой враг? Где враг? А почему я не могу попасть отсюда? Может, надо винтовку взять? Прикинь, не попадают. Спокойно. Почему? А, подожди. Ой, красивая винтовка. Вот она мне нравится. Все, я хочу с ней бегать. А где кто? Это же не все. Ну, это же не все, и правильно. Все, я вижу где. Так, а где... Как только Бет и доктор Эмерал скрылись из виду, я понял, что мне тоже пора сваливать. А для этого мне нужна была тачка. Ну так я знаю, на какой тачке надо ехать. Найдите ключи от машины. Парковщики. Я думаю, тут искать нечего. Конец третьего акта. А сейчас что будет? Нет, конечно, продолжить. Какое главное меню-то? Продолжить. Понятно, Quantum Break. Это дрянь, растущая внутри меня. А, ёх, господи, я уже думал, по-моему, про кого-то ты говорил. Я сражался с ней 6 долгих лет. Противовес. Доктор Эмерал работала над лекарством от хроносиндрома. Только она умела делать процедуры, которые сдерживали мою Предатель. Болезнь. Пол! Но Джек вот отобрал ее у меня. Это не Джек отобрал. Это он. Он. Да, Мадин, да. Мать твою, как это случилось? Как они могли взять и забрать ее? Пол. Легко. Тебе болезнь говорит. Я на твоей стороне. Он тебе врет. Тише, все вы... Они забрали ее. Без Софии у меня нет надежды излечиться. Мы сделали, что могли. Но кто-то в монархии работает против тебя. И Бёрк — это только вершина айсберга. Это он. У Джойса были заучники. Да, это он. Сэр. И он. Мы обнаружили ноутбук доктора Эмерал. Если захотите взглянуть, то он стоит вон там. Сейчас подойду. А то, что беспилотник ее атаковал, никто что не догадался, что ли, или что? Мне нужно взглянуть на расчеты Софии. Если она права, то разлом растет гораздо быстрее, чем мы предполагали. Тебе известно будущее, а доктору Эмерал нет.
Ковчег вообще готов к активации? Известно. Она пытается убедить тебя, что план рассчитан неверно. Но зачем? Чтобы ты поторопился и допустил ошибку? Ты слышишь? Ты свои сладкоречивые речи, Витер, хочет тебе помешать? Нет. Ты в этом так уверен, что готов рискнуть всем? Да. Умоляю тебя, Пол, отложи активацию. Возьми бутылку и... Дай мне время навести порядок, пока это еще возможно. Пим-пим-пим с шампанского ему в кулу. Я должен был быть здесь. Кто-то поднял ложную тревогу и выманил меня в туннеле. Как я и говорил. Пятая колонна. Кто тогда говорил по радио? Не понял. А почему? Мы пока выясним. Просто синим, что ли? Я с удовольствием... Будешь смотреть, что в ноутбуке или нет? Да, попозже. Это теннисный корт. Я такой же себе хочу. Хотя бы твоя речь прошла на ура. Все наши заверения пошли прахом в ту секунду, когда Джек начал пальбу. Ну, Джек не виноват. Все он. Это все он. Ты же можешь смотреть... Как дальше поступим? Тебя уволю. Кто-то ставит мне палки в колеса. Кто-то из ближайшего окружения. Мартин Хэтч. Мы знаем, что это Хэтч. София Эмерал. Верить можно только одному из них. Смотри. Давай посмотрим. Мне просто интересно, что будет, если... Ну, мы-то понимаем, что... Ладно, предатель. Давайте чинить машину времени. Я сказала, что попробую. У меня скапливалось все больше улик против Софии. Я не мог их игнорировать, даже несмотря на ее прошлые заслуги. И что без процедур тебе не выжить? А потом оставила тебя без них? Если она меня предала, то, учитывая, что она знает, урон может быть непоправимым. А если мы выберем ее? Я хочу, чтобы его задержали. Немедленно. У меня есть сведения о Мартине Хэтче. Мартин был моим доверенным лицом на протяжении многих лет. Я начал подумывать, не было ли это ошибкой. София верна мне. Она всегда была верна. Я все еще ей не доверяю. Она так посмотрела на противовес, словно уже его видела. Она знает, что это. София нашла способ спасти мне жизнь. Это ли не знак глубочайшей верности? Ирина решает довериться Софии и подозревает Хэтча в предательстве, но он предатель, это стопудов. Ирина решает довериться Хэтчу и подозревает Софию в предательстве. Софи... Там же была такая подсказочка, типа она уже знает, что это за противовес. То есть она его видела, то есть она, скорее всего, из будущего. Давайте мы пойдем по самому, скорее всего, выберем... Мы доверимся Хэтчу, мы же не знаем, что он предатель. Это я знаю, что он предатель, но мы-то этого не знаем. Ты прав. Будем держаться первоначального плана. Правильно, расчеты Софии или нет, отклоняться нельзя. Кто-то явно Хотя под нас предатель, копает. Я знаю, но мы выберем... Собирай команду. Выясните, с кем она работает. Выберем. Вообще-то у меня есть кое-что на эту тему. Это данные с камер наблюдения. Что за... А, там, скорее всего, эти товарищи. Кто? Она, Мартин. Одна из наших работниц. Как, черт возьми? Мы слишком разрослись, чтобы ты всех знал лично. И мы долго не знали, кто она. Их там целых две. Одна из сотрудниц. Убойная группа уже идет за ней, но... Нельзя ее пока убивать. Как она может работать с Джеком? Откуда вообще его знает? Я же говорил, Пол, даже своим не стоит доверять. Не-не-не, как знать, он прав. Кто еще замешан? Выясни. Бет Уайлдер. Я раньше не слышал ее имени. Но она была там, в прошлом. Когда все началось... Она была в прошлом. Она все время была здесь.
вредила мне изнутри компании. Она переместилась в прошлое. Устранить его. Но у нее не получилось, и она... 32% сообщества согласились с вашим выбором. Вы решились довериться Мартину. Все остальные понадеялись. А это что? Процедуры. Это то, что было в прошлой серии, да? А это то, что будет в будущей, поэтому... Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, комментируйте, не забывайте нажимать на колокольчик, подписывайтесь в группу в Телеграме, в ВК. Всем спасибо, всем пока. Этот канал создан для расслабона. Если не нравится, напиши коммент. Если понравился, оставь комплимент. Поддержите летсплеера подпиской и лайком. И тогда ты будешь знать.